Начинаем. И я сюда приглашаю на сцену для приветственных слов Всеволода Алексеева, руководителя клуба болельщиков «Динамо Москва» и представителя Центрального совета «Динамо» Матроскина Дмитрия Шеремина для приветственных слов. Ваши аплодисменты нашим заслуженным болельщикам, без которых эта вечеринка бы не состоялась. Уважаемые друзья, девушки, мальчики, люди постарше, крепкие мужи, в первую очередь я хочу поздравить вас от клуба болельщиков «Динамо». Мы официально не поздравляли, как официальное мировое лицо, официальное клуб болельщиков «Динамо». Поздравляю, ребят, вас с 90-летием спортивного общества «Динамо», 90-летием футбольного клуба «Динамо Москва». Ура! Нашими силами при поддержке футбольного клуба, при поддержке Московской лицевой организации «Динамо», спортивного общества «Динамо», мы решили восстановить традицию и организовать вот первое за почти 8 лет «Динамовское фан-пати». Надеюсь, что сегодняшний вечер вас не разочарует, и эта традиция дальше станет уже действительно постоянной традицией. Я хочу сказать спасибо, на самом деле, всем пришедшим сюда. Спасибо старой гвардии, спасибо нашим старикам, которые также сюда пришли, которые помогали нам взрослеть, которые помогали нам противостоять всем невзгодам и нашим оппонентам. Благодарю представителей, скажем так, организованных объединений болельщиков. Недавно первый из них, самый первый, который дала начало, скажем так, организованному, нормальному деятельности болельщиков «Динамо». Фирме «Патриотс» исполнилось в этом году 15 лет. Я хочу от имени клуба поздравить ребят с этой датой. Хочу также, ну, не будем перечислять, все знают, кто сейчас достойно продолжает эту традицию. Ребята, еще раз с праздником! Всем нам сил, здоровья, терпения и удачи. И поддерживайте родное, столичное, великое «Динамо Москва». Спасибо. Спасибо, Всеволод Алексеев, руководитель клуба болельщиков московского «Динамо». И слово Матроскину Дмитрий Шеремин, Центральный совет «Динамо». Так, дорогие друзья, приветствую вас. От всей души приветствую. Рад, что столько народу собралось. Мне выпала, в общем, редкая возможность сегодня вас поприветствовать от имени Центрального совета и от имени Московской городской организации общества «Динамо». Ну и от себя лично, потому что всю свою жизнь сознательно я болею за «Динамо». И все, кто по какой-либо причине у нас Центрального совета с «Динамо» еще не болеет, мы их очень жестко учим поддерживать нашу родную группу. Не буду чрезмерно официально. Еще раз всех с праздником, 90 лет родного общества, которое мы только что отпраздновали. Наших замечательных хоккеистов с победой. Футболистов, которые побеждают и уверен, скоро все-таки выиграют, все выиграют. Вот, ну и всем нам сегодня хорошо провести вечер и оттянуться. Еще раз рад всех видеть, большое спасибо. Спасибо большое, ребята, спасибо за приветственные слова. У нас сегодня речей будет немного. Прежде всего, конечно же, музыка. Вы знаете, что у нас сегодня выступит группа КВТ. ЛВТ, ну и, конечно же, наш замечательный динамовец Николай Михеев, он же блюзмен со своей группой NZ. Сегодня разные стили музыки, все только для вас. И напоминаю еще раз, кто еще не определился, ехать или не ехать в Самару, вот там вот у нас жбан такой с надписью «Лотерея», туда кидайте корешки ваших билетов, и в середине нашего сегодняшнего вечера мы разыграем около 10, даже чуть больше скажу по секрету, бесплатных билетов на фан-поезд «Трезвость», ну, то есть Москва-Самара-Москва. Ну что, как вы видите, наш замечательный Николай Михеев уже рядом с нами. Многие знают этого человека по одной песне, когда, естественно, «Погибну, Динамо». Но при всем том, что она чрезвычайно хороша, сегодня у вас будет возможность оценить его творчество по полной программе. Коль, приветствую тебя. Несколько слов, Николай Михеев. Друзья, спасибо большое, что пришли, но я хочу все-таки передать слово Диме. Дим, ты не забыл ничего? Ты так группу NZ сейчас представлял, но, наверное, что-то забыл. Да, друзья, самый главный сюрприз у нас, мы решили не откладывать напоследок. Не просто так Матроскин сказал про хоккеистов, которые выигрывают
выиграли Кубок Гагарина и подарили нам, пожалуй, самый главный праздник этой весной. Еще раз, Динамо чемпион хоккея! Согласился выйти с нами на сцену. Я надеюсь, что это будет лучший дуэт в истории хоккейного «Динамо». Андрюш, ты готов? Ну, поехали тогда. Нашего с вами имени, от имени болельщиков московского «Динамо», Андрюша вместе со всеми, кто
сделать свой вклад в эту победу, поблагодарить. Андрюх, спасибо тебе огромное. Это такой кайф болеть за такое «Динамо». Спасибо. Спасибо большое, Андрей Миронов, чемпион России, «Динамовец», обладатель Кубка Гагарина. Попросим сказать наших динамовцев год 90-летия общества «Ир».
несколько слов. Секунды тишины, несколько слов от московских динамовцев. Не смогу вас перекричать, но всем добрый вечер, уважаемые болельщики великого Динамо. Мне очень приятно сегодня праздновать эту знаменательную дату. Спасибо, что меня пригласили. Очень приятно быть на этой сцене. Я думаю, что сейчас из зала понесутся предложения выйти замуж. Я так думаю, что все к этому идет. Ирина Соколовская, женский баскетбольный клуб «Динамо Москва». Родом из Вологды, где тоже есть великолепный динамский футбольный клуб. Саша, у тебя хватит связок перекричать. Добрый вечер всем, да? Пригласили на это мероприятие, на этот праздник, да, наш общий этот праздник. Хочу поздравить вас всех, кто имеет отношение к Динамо, с 90-летием этого общества, да, и хочу пожелать всем, чтобы также болели за Динамо от имени футбольного клуба Динамо. Я приехал сегодня один. Хочу поблагодарить за поддержку, во-первых. Мы будем делать то, что должны делать. Благодарю вас за поддержку и ждем, конечно, в Самаре на игре, на котором постараемся выиграть. Все, всем спасибо. Спасибо. Саш, спасибо большое. Мы все-таки давайте еще два слова Ире предоставим, которые вы просто не даете сказать и проявить женское динамовское «Я». Ребят, секунду, внимание. Ира Соколовская, женский баскетбольный клуб «Динамо Москва». Мне очень хочется пожелать всем удачи и побед. Также хочу сказать, что я очень горжусь тем, что защищаю бело-голубые цвета. В этом году нашей команде удалось завоевать Кубок Европы. Что это было в Турции, против нас болело 11 тысяч болельщиков, но все-таки мы стояли и выиграли. Поздравим еще раз! Молодцы! Молодцы! Вот они, великие победы на сцене, то ли еще будет. Ребят, еще раз ваши аплодисменты Александру Сапете, Ирине Соколовской. Девушкам, хорошо отдохнуть, у них сезон уже завершен. В сезоне замечательная победа в Кубке Европы. Ну а Саше пожелаем 12 очков в 4 матчах. Спасибо большое. Yeah.
Сейчас мы бас отремонтируем.
Друзья, уже
именно фанатская, в которой вместе мы росли. И вот сейчас те подростки, которые многие как бы, да, просто якобы проникают с ними песнями. Еще раз, ребята, спасибо! Ну и напиши что-нибудь, пожалуйста, Слава. Ну, давай, последнее самое еще раз.
Шматы, холоды, юрка. Уже все так, и за наши глаза. Сутки на коне отдыхаю на горе. Снимаю в школе и на горе. Солнце смотри, группа тут сложит. После премьера белые ночи. Сколько самых свободных соседей. Первая воля, руки сетрати. Слушай, катается, смотрит, пей, помню, звезда. Слушай,
стоп, святой полет. Сударь отправляется в полет. Боинг 747. Раз, два, три. Дамы и господа, для вас Артем Попов споет поучительную песню «Носа». Носа, носа, остался я без носа. Ай, сифилею, ай, ай, сифилиса. Милана, Кристина, Алиса и Анфиса. Я бы в Новый год хожу без носа. Аплодисменты легкие. За такую вот носу. Спасибо, кто остался, кто не уходит, потому что сейчас будет старое, доброе, поучительное. За всю... Поехали. Сейчас сбегаю, сядет на кукан. Сейчас сбегаю.
Стас. Огромное спасибо, поддержка отличная. Не только я. Всем северная Буновица. Сколько было близко, сколько было кривит. Поправляю, ты же знаешь, что вас как ты не мисс. Ты малышка, это чистый факт. Оценив это жиры, полюби плоска. Чисть приболируй, и турникет со стажиром. Порой приезжаю, а дома не пассажиры. Гитаристы молодцы, ты чьи не полонцы. Вылетят от крыльцы, полуомоновцы. Только ты, как все наступление стоит, беда. Не опомнишься, сразу пошла луна. Бабушки, внучатам, внукам, молодежь, там на виду. Я поем тебя, сокращись на разду.
Теперь еще один полет. Сударь, отправляй!